Ароматный бульон из куриных окорочков – идеальное блюдо для обеда, особенно в холодные зимние дни. Готовится он очень просто и быстро, главное – снять шумовкой пену, чтобы он не получился мутным. Ароматный куриный бульон можно приготовить из обычных куриных окорочков, но желательно слить первый бульон, так как в нем будут содержаться все ненужные компоненты – антибиотики, лекарства и так далее. Второй бульон получится не менее вкусным и наваристым. Его можно использовать для приготовления вторых блюд – супов, каш и так далее. Окорочок – 400 грамм. Вода – 800 миллилитров. Лавровый лист – 3-4 штук. Соль – 0,5 чайных ложки. Лук репчатый – 1 штука. Количество порций – 3-4. Подготовьте указанные ингредиенты. Репчатый лук очистите от кожуры и промойте в воде. Промойте окорочок в воде, выложите его в кастрюлю. Разрежьте на 2 или 4 части репчатый лук и добавьте туда же вместе с лавровыми листьями. Мелко резать лук не нужно, он сделает бульон мутным. А нужно, чтобы он просто отдал блюду свой аромат. Влейте холодную воду и поместите емкость на плиту. Помните, для получения вкусного бульона окорочка заливайте холодной водой, для получения вкусного мяса – горячее. Если вы готовите куриный бульон для детей, залейте окорочок водой и доведите жидкость до кипения, слейте вместе с пеной, так как в первом бульоне будет высокое содержание антибиотиков и так далее, затем залейте снова холодной водой и отварите второй раз. Как только закипит жидкость в кастрюле, обязательно снимите образовавшуюся пену. Это можно сделать шумовкой или столовой ложкой. Столовайтесь вместе с пеной не снять и кружочки жира на поверхности бульона. Отварите окорочок примерно 25-30 минут, проткните ножом и проверьте, чтобы из него не вытекала кровь. Извлеките окорочок на тарелку, а бульон процедите через ситечко с небольшими ячейками или через двойной слой марли. Разлейте горячий бульон в глубокие тарелки или пиалы, подайте к столу с хлебом, сухариками, чесночными гренками и так далее.